О, Джейсон, какой приятный сюрприз. А я тут уже кое-что приготовил, пока тебя не было. И девочка, кстати, проснулась. Только ее жутко лихорадит. Да где же они? А, да. Я же их съел. Я принес грибы. Прекрасно. Давай их сюда. Мне нужно несколько минут, чтобы сделать лекарство. Последи пока за ней. Цел, вот как. Это доктор Торчок. А он не опасен. Даже милый в чем-то. Он принес меня сюда. Я убежала от конвоя, а потом вырубилась. Доктор спас меня. Ты молодец. Да. Это было сложно. Джейсон, что такое? Грант, он... Стой! Дейзи! Нет! Мне очень жаль! Так значит, все? Я... Что это? Ты справишься? Мне надо спросить доктора про остальных. Да. Точно? Иди. Джейсон, тот, кто это сделал, тот, кто убил Гранта, не должен жить. Поговорим? Конечно же. Спасибо, что спасли ее. Право не стоит. Я ищу своих друзей и младшего брата. Когда найду, они поживут тут? Ни в коем случае. Я не буду держать здесь пленников Васа. Его люди постоянно покупают мой товар. Значит, здесь безопаснее всего. Они не станут тут искать. Пожалуйста, доктор. Дайте ему привести их. Иначе они умрут. Агнеса. Как я могу тебе отказать? Конечно, пусть ведет. О, теперь мне нужна двойная доза. Успокоить нервы. О. Я в порядке. Поживи тут. Я поищу остальных. Джейсон, нашел подругу? Да, она в порядке. Спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе, не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой Медузой? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Будь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит. Татау приведет тебя туда.